гости с Северного Кавказа, из республики Северная Осетия Алания. Прославленный коллектив, который на протяжении десятилетий радует всех нас своим искусством. Они сохранили великий осетинский танец, и надо отдать должное народному артисту Северной Осетии Алании Эльбрусу Кубалову, который сегодня руководит этим коллективом. Чимт – старинный массовый танец осетин. По красоте и величию его нельзя сравнить ни с одним из других танцев. Даже боги с небес взирали на чимт с изумлением. Излюбленный танец нартовских богатырей вселял в них силу, веру и удачу в военных походах против врагов агуры. В нем они соревновались в ловкости и удали, пытаясь завоевать сердце гордой красавицы Аколы. Говорят, что молодых людей принято было считать женихами с того момента, когда они начинали танцевать чимт. А если девушка выходила на танец, значит, ей можно делать предложение. Исполняющие чимт находят Божью милость. Может быть, поэтому подлинная жемчужина осетинского танцевального искусства бытует и в наши дни. Активное развитие художественной самодеятельности в 30-е годы 20-го столетия настоятельно требовало от руководства республики создания Северо-Осетинского национального ансамбля. 17 октября 1938 года протоколом номер 10 заседания Совета народных комиссаров Северо-Осетинской АССР было утверждено создание государственного ансамбля песни, музыки и пляски в составе 50 человек. Свою репетиционную работу новый ансамбль начал в клубе химкомбината в Затеречном районе города. Его первым руководителем стал композитор Татаркан Кокойти, принявший активное участие в организации коллектива. Он же стал и автором первой программы ансамбля, в которую вошли лучшие образцы осетинских народных песен и наиболее популярные народные танцы. Первые концерты ансамбля были встречены с большим одобрением и теплотой со стороны зрителя, что придавало коллективу силу и уверенность в себе. Еще большую радость и удовлетворение молодым артистам принесли первые выезды по районам республики. В 1939 году ансамбль выехал в свою первую гастрольную поездку в Украину. В это время во главе ансамбля стоял композитор Ахпулат Аликов, знаток осетинского народного искусства, сам в прошлом певец. По свидетельству очевидцев, гастроли в Украине прошли с большим успехом. Темпераментные танцы и мужественные песни произвели сильное впечатление на зрителей, а их горячий прием, в свою очередь, вдохновлял артистов. Так начиналась жизнь на колесах ансамбля, который впоследствии объехал весь свет. Не успел ансамбль вернуться из Украины, как пришло приглашение из Москвы, где на сельскохозяйственной выставке проходил смотр национальных ансамблей. В 40-е годы это уже был профессиональный, организованный и дружный коллектив. Он имел хороший оркестр народных инструментов, которым руководил Леон Давыдов, отличные хоровые и танцевальные группы. К этому времени поставил свои первые танцы и начал работу в ансамбле его первый балетмейстер Заурбек Бирагов. Сохранившаяся программа свидетельствует, что к весне 41-го года в репертуаре ансамбля было
60 песен, 7 оркестровых произведений и 25 танцев. Тогда очень многие композиторы, которые в это время уже были здесь, в Осетии, они очень много произведений давали в этот коллектив. Там и Аликов, и Галаев, и Татархан какой-то сам очень много писал для своего хора. Очень много было там патриотической и такой музыки о партии. Это было то время, 38-й год, притом люди свято в это верили. И самой величавой песней осетинский народ славит имя вождя, отца и друга всех советских народов, великого Сталина. Горы алмазные, степи родные, могучий Кавказ наш под солнцем расцвел. Счастье дал Сталин нам, счастье великое, радость свободы народ наш обрел. В период Великой Отечественной войны ансамблю пришлось прервать свою работу, но уже в 1943 году ансамбль совершал поездки по Кавказу, в Дагестан, Азербайджан, Грузию, Ставрополь. В Орджоникидзе он получил постоянное помещение в Государственной филармонии с концертным залом на 600 мест. Окончание Великой Отечественной войны, переход страны к мирной жизни позволили ансамблю подготовиться к выезду в более отдаленные районы Советского Союза. В 1947 году, после упорной репетиционной работы, ансамбль выехал на Дальний Восток. Позже, 2 года подряд, ансамбль триумфально выступал в 5 республиках Средней Азии. А в 1953 году коллектив побывал на Донбассе. Концерты проходили, как свидетельствует пресса, с выдающимся успехом. Концерты мастеров искусств Северной Осетии пользуются заслуженным успехом. Вместе с ансамблем росли и его выдающиеся исполнители. Это были заслуженные артисты Северной Осетии Наталья Тогузова, танцовщица и певица удивительного благородства, пришедшая в ансамбль из художественной самодеятельности Содонского рудника, лиричная, нежная Марина Кесаева, воспитанница студии Осетинского драматического театра, легкий, виртуозный Батырбек Сопоев из Дарковской самодеятельности, изящный Виктор Дзеранов и острохарактерный Георгий Суджаев, оба из самодеятельности завода «Электроцинк». Пластичный и темпераментный Бексултан Торчинов, пигу, в прошлом тракторист, зажигательный Ахсарбек Сланов и Коста Цаболов. Это уже была легенда, действительно. Весь Союз знал об этом ансамбле. Особенно в Грузии он славился. Но Сухишвили приезжал сюда за танцорами даже. Торчинова просил, Сопоева просил. Лиля Калмыкова была, ее, меня, Сланова. Я, говорит, с вами весь мир объездил, только согласитесь ко мне пойти. Естественно, никто не поехал. Многолетняя концертная деятельность ансамбля, выступления перед новыми зрителями отшлифовывали его исполнительское мастерство. Он далеко ушел от уровня 1938 года. В 50-е
художественным руководителем ансамбля становится заслуженный деятель искусств Северо-Осетинской АССР, композитор Георгий Гуржибеков. Бережно сохраняя песенно-танцевальные традиции народа, ансамбль не канонизировал их, а развивал, обогащал элементами профессиональной хоровой и танцевальной культуры. Многие из певцов, которые в те годы составляли славу осетинского вокального искусства, начинали свою артистическую карьеру в рамках ансамбля песни и танца. Достаточно назвать имена Надежды Кокаевой, Земфиры Калмановой, Федора Суанова. Безупречными, можно сказать, эталонными исполнителями народной героической песни были такие певцы, как Наталья Тогузова, Гриш Плиев. Их имена и сегодня являются культовыми. И если нам нужно проверить точность попадания в саму суть осетинской народной песни, мы обращаемся к их записям, которые были сделаны в те годы. Нам не будет тесно за столом, и верны седым законам нашим, лучшему из лучших поднесем до краев наполненную чашу. Мастерам осетинского искусства аплодировали зрители Москвы, Ленинграда, Минска и Владивостока. Выступают артисты ансамбля песни и танца «Северная Осетия». Столь же упорная, кропотливая работа проводилась и в области танца. Основу народного танцевального искусства Осетии представляют наиболее характерные для него четыре танца – «Щимт», «Хонгакафт», «Жилгакафт», «Роккафт». Со временем эти танцы несколько изменились благодаря новым достижениям и вариантам хореографического рисунка. Они облекались в более современную пластичную форму. Необходимо было вывести танцы на уровень профессионального мастерства. Расцвет был в эпоху Гуржибекова, потому что там и сюиты хореографические ставились, хор, танцоры, все вместе. Именно Гуржибеков впоследствии стал приглашать в ансамбль постановщиков извне, таких как Илья Арбатов, заслуженный деятель искусств Армянской ССР, Риваз Чохонелидзе, давал возможность ставить танцы ведущим исполнителям, таким как Батырбек Сопоев, помогал постановщикам войти в мир образов, понять душу своего народа. Георгий Заурбекович знал, это все-таки великий человек был. Для именно вот великим руководителем был ансамбль. Наряду с этим значительное место в работе ансамбля занимают крупные гастрольные поездки. В 1957 году Министерство культуры СССР направляет ансамбль на гастроли в ГДР. К этой поездке готовился не только ансамбль, но, казалось, вся республика. Это была первая зарубежная поездка, что, естественно, обостряло чувство ответственности. Все понимали, что будут представлять искусство не только осетинского, но и всего советского народа. За месяц пребывания за рубежом ансамбль дал 25 концертов. Изумленные жители Дрездена, Лебау, Берлина
рукоплескали исполнителям от всего сердца. Многочисленные адреса, письма, памятные подарки бережно увозили с собой на родину осетинские артисты. В Москве на приеме в Министерстве культуры ансамблю была объявлена благодарность за отлично проведенные гастроли. Приехали туда, нас на вокзале столько народу встречало. И вот мы когда спускались с перрона, весь перрон был занят. По лестнице эти невозможно было пройти, столько людей было. Приняли очень хорошо, Песни хорошо очень принимали, очень хорошо, хотя и некоторые песни на осетинском языке, все равно для них это было понятно. Ну а за танцы даже и разговору нету. В популяризации осетинских танцев и танцевальных наигрышей большая роль принадлежит творческим коллективам Осетии и, прежде всего, государственному ансамблю «Песни и танца». На протяжении 22 лет своего существования танцевальная группа ансамбля, широко используя народное хореографическое творчество, оснащала осетинский танец достижениями профессионального искусства. Кропотливая работа балетмейстеров над легкостью и плавностью движений способствовала постоянному обогащению народного танца новым содержанием. Так были созданы полюбившиеся зрителям танцы «Бригадира», «Двух друзей», «У ручья». Достаточно сказать, что большинство танцевальных дивертисментов из репертуара ансамбля стали достоянием не только самодеятельных коллективов, но и самого народа. Театральная и литературная Москва встречала посланцев братской страны гор. Добро пожаловать в столицу мастера искусств Северной Осетии. Серьезным экзаменом на творческую зрелость явилось участие коллектива в декаде осетинского искусства и литературы в Москве в сентябре 1960 года. Танец с саблями. Он родился, должно быть, в седой древности у народа воина, веками отстаивавшего свою независимость. Столица рукоплескала ансамблю. Пресса, отмечая очень высокий профессиональный уровень ансамбля, много лестных слов адресовала его именитым солистам. И здесь же, в Москве, зажглись новые звезды. Будущая слава Алана, Альбина Баева, Хаджишмел Варзиев, Казбек Тотоев, Мурат Кануков и другие. Я сама вот тогда участвовала в декаде, ну, мы были молодые совсем. И этот концерт был в Кремлевском театре. Сейчас он не существует, этот, ну, такой небольшой Кремлевский театр. И вот там я ее видела первый раз. Она танцевала «Хонга Кафт». Знаете, потрясающе. Она настолько вот этот стиль танца почувствовала, поняла. Она имела колоссальный тогда успех. Хочу вам признаться, что я очень дружила с чудесной, дивной Альбиной Баевой. Как она танцевала, это неподражаемо. В ней концентрировалась такая удивительная стать. Гордость, лиризм, то есть все то, что свойственно вашей женщине, все самые лучшие качества, так же, как у мужчин, это тоже проявляется в их задоре, в их страсти, в их мужестве. Альбина была не фальшивой, а истинной звездой. Она вся светилась изнутри.
не произнося ни слова на сцене, она рассказывала всей стране, всей планете о том, какая это удивительная земля – Осетия. В 1966 году Северо-Осетинский государственный ансамбль песни и танца был реорганизован в Государственный ансамбль народного танца Северной Осетии. Вскоре он получил имя, которое достойно носит с той поры – «Алан». С этого времени начинается новая страница в жизни ансамбля, насчитывающей немало интересных и значительных событий. Было принято решение оставить 12 пар артистов, 4 музыканта, квартет певцов, а остальных передать в радиокомитет. Одним из них явилось завоевание высокого звания лауреата международного конкурса на 9-м Всемирном фестивале молодежи студентов в Софии в 1968 году. Получить почетное право на участие в фестивале было очень нелегко. Пришлось пройти несколько этапов отборочного конкурса. И только полная самоотдача, мастерство и темперамент молодых артистов покорили строгое жюри. Алан был рекомендован к поездке на фестиваль. Через 2 года я уже на фестиваль меня взяли. На Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Софии. Первый концерт, впереди нас Ингибарян был клоун такой. И у него какой-то номер с бананом был. И вот он эту банановый этот кожуру, ну, у него осталось на сцене. А у нас танец гандагам был, и такой выход бывало, под трембало доули, вылетаешь, становишься. Я как там не поскользнулся, и вот ударил голову в затылок. Я где-то несколько секунд был мертвый. Ну, вскочил, и все равно танец до конца дотанцевал. Ну, такой случай был. Мы восхищались красотой и очарованием танца гандаган, где темперамент танцоров противопоставляется изяществу танцовщиц. Молодость и сила, обаяние и легкость – вот чем выигрывает осетинский ансамбль. А потом была работа. Как писал в те дни художественный руководитель ансамбля, заслуженный деятель искусств Северной Осетии Давид Тимиряев, работали все самозабвенно. Весь коллектив был одержим только одной целью – как можно лучше, красочнее, слаженнее показать танцевальное искусство своего народа. Знали, что поедем на Всемирный форум не только как танцоры, но и как представители великой страны Советов, поборника мира, дружбы и счастья всех народов Земли. Хореографом ансамбля в те годы был уже Хаджишмел Варзиев. Успех на фестивале имел для Алана огромное значение. Ансамбль словно переживал второе рождение. Он приобрел широкую известность не только в нашей стране, но и за рубежом. Одно за другим следуют приглашения на зарубежные гастроли. Не случайно, довольно быстро ведь Алан стал одним из самых заметных коллективов вообще в Советском Союзе, и через после войны довольно успешно и довольно быстро стали гастролировать за пределами республики, за пределами Советского Союза. А уж когда получили звание лауреатов на фестивале молодежи и студентов и в Москве, и потом поехали по городам и весям, и в Софии, и везде, то уже, так сказать, такая мировая слава пришла. На это десятилетие приходится, пожалуй, наибольшее количество зарубежных гастролей ансамбля. Шотландия, Индия, Чехословакия, ГДР, Бирма, Швеция, Ливан, Вьетнам, Сирия, Сингапур, Италия, Непал, Финляндия, Польша, Болгария. Далеко не полный перечень стран, где успешно гастролировал ансамбль «Алан».
Сегодня не счесть благодарственных писем, почетных грамот, просто добрых отзывов из разных уголков мира в адрес ансамбля. Все поездки дороги, многие помнятся, но есть и особенные, запавшие в сердца на всю жизнь. Такой была поездка во Вьетнам в 1976 году. Алан был первым советским коллективом, который посетил страну после победы братского вьетнамского народа в войне. Трудно передать словами, как встречали тогда посланцев советской страны. Все участники ансамбля по окончании гастролей были удостоены правительственных наград Вьетнама. Во главе ансамбля тогда стояли Лидия Цебоева и Жанна Кабоева. Ордена дружбы народов дали ихний президент. Ордена дружбы народов Вьетнама. Мы все стали участниками этого. Об этом почему-то сегодня молчат и не вспоминают даже. Ордена дружбы народов и почетными гражданами. Бесподобно хорошо публика принимала. Ну, у них аплодисменты, восторг. Они быстро та-та-та-та-та, и все заканчивается. Не успеваешь с поклона уходить. Уже все, нету этих. А мы же привыкли, вот как в Италии. Итальянцы вообще темпераментный народ, вот ближе они к нам. Вот это чувство гордости, когда ты выходишь, и уже в зале ахают и охают, со всех сторон фотографируют и начинают хлопать, не зная, что это такое. Там, где появлялись мы, реклама черкесска, там люди с ума сходили, там совсем по-другому. Они на нас смотрели, кто они такие, что это за люди, что это за красота внешняя, что это за хореография невероятная. Ансамбль рос и развивался. Одно поколение сменялось другим, приходили новые балетмейстеры, программы и танцы становились значительно разнообразнее, современнее по стилю и духу. Изменился и характер костюмов. А чисто этнографических, народных, они стали приобретать черты сценических. Появились более яркие краски, цвета. К этому времени в программе ансамбля появились новые танцы. «Орлиное племя», «Чабаны» в постановке Иосифа Слуцкера, «Шой» в постановке Хаджишмела Варзиева, «Семь братьев гор» в постановке Арбатова, «Сестры» в постановке Альбины Баевой. Они нам хорошо известны, так как до сих пор живут в программе ансамбля.
мечта была, конечно, работать в ансамбле. И моя мечта осуществилась тогда, в 1977 году. Лидия Михайловна Цебоева тогда директором была. Из Ленинграда пригласили Илью Гафта, с Москвы Иосифа Ильича Слуцкера. Когда разные балетмастера, то школы разные, и это интересно бывает, и танцорам тоже с ними работать. И поэтому очень много балетмастеров было приглашено после этого тоже. Из Дагестана Курбанова пригласили, из Абхазии Кандида Тарба пригласили. Правоту своей позиции ансамбль сумел подтвердить уже в 1977 году, когда принял участие во всероссийском смотре ансамблей «Песни и танца». Организация такого конкурса – событие значительное для всех российских коллективов и для «Алана» в том числе. Он явился мощным стимулом в период подготовки для повышения художественного уровня, пополнения репертуара новыми танцами. Он заставил коллектив окинуть взором пройденный путь, проанализировать свою деятельность, взвесить потери и приобретения и взглянуть на характер развития с профессиональной точки зрения. Ансамбль готовился к тому, что это будет серьезный смотр, что придется выступать рядом с прославленными, известными во всем мире коллективами. Начался конкурс. Мы, конечно, с хорошим настроением поехали. Все, каждый ощущал, что мы частичка своей республики. И за престиж своей республики каждый боролся. Жюри конкурса возглавлял герой социалистического труда, народный артист СССР, лауреат Ленинской и государственной премии, художественный руководитель прославленного государственного академического ансамбля народного танца Союза СССР Игорь Моисеев. Все коллективы Российской Федерации приняли участие в этом конкурсе. Мы тогда еще не были академическим. Вот. И, конечно же, самый долгожданный день, когда должны были объявить о результатах. И вы не поверите, почти каждый со слезами на глазах, когда услышали, что мы заняли первое место. Вот. Конечно, другие коллективы все абсолютно рассчитывали на это место. Вот. Не каждый с удовольствием поздравлял нас. Но одно то, что слова Моисеева, что есть с чего брать пример, это и артистизм, это и мастерство, и техника. Все было на высшем уровне. Глубоко символично, что Игорь Александрович Моисеев в год образования ансамбля «Алан» поставил в нашем коллективе северо-осетинский танец «Симт», благодаря которому вся страна познакомилась с замечательным искусством Северной Осетии. С наступлением 80-х продолжилась активная гастрольная деятельность ансамбля. Выступления в Италии вызвали настоящий фурор, оставив неизгладимый след в сердцах артистов и зрителей. А в 1988 году за полувековой труд ансамбль «Алан» был награжден
орденом дружбы народов. Горжусь тем, что работали такие корифеи, как Сопоев, Бексултан, Турчинов, Сланов Ахшарбек, Ямит Чехтисов, Петр Ханикаев, Тотоев Казбек, Хасиев, Цахилов Ахшар, а потом вот наше поколение, Николай Балаев, Суслан Харсанов, Герой Созаев, Зелим Хозаев, Таймураз Пулатцев, все, вот это наше тоже поколение, уже, по-моему, так считать, мы четвертое поколение. Я очень люблю свой ансамбль. Я горжусь, что у нас есть такой ансамбль «Алан». Следующий период истории ансамбля пришелся на тревожное время. После распада Советского Союза страна пребывала в замешательстве. Но, несмотря на это, «Алан» по-прежнему стремился к новым высотам. Во французском «Дижоне» ко многочисленным наградам коллектива прибавилась золотая медаль Международного фестиваля пяти континентов. Первое место, когда объявили, что государственный ансамбль танца «Алан», у меня чуть параличный этот самый. Вот на месте я остаюсь на заднем плане. И вот состояние, представьте себе, какое. И коллектив выводят на сцену, поставили их и вручают золотую медаль, вот это самое, первое место. Вот так и мы стали, значит, обладателем золотой медали, лауреатами. После этого выходим на улицы, и на улице где-то часов 2-3 все коллективы по разным углам, в том числе и наш коллектив, хафетично танцевали вот на площади, не успокаивались уже. Вот так и мы, значит, стали лауреатами Всемирного фестиваля пяти континентов. Мы очень часто с ними сталкивались в рамках каких-то огромных мероприятий, как фестивали национальных культур за рубежом, таких огромных действиях, когда Россия представляется не одним коллективом, а многими коллективами, очень часто и очень внимательно и с огромной любовью относимся к творчеству вашего коллектива. И очень любим, у нас очень много друзей. В 1997 году ансамблю было присвоено звание «Академический». Это была самая большая награда, наверное, в то время для нас. Мы очень долго шли к этому, мы ждали этого, мы всегда стремились к этому. И поэтому работа шла, работали все, и работали очень самозабвенно. У нас, я помню, был такой график, что мы работали и днем, маленький перерыв, в который мы не уходили домой, и вечером опять репетиция. Потому что были ответственные концерты впереди, и вот посвященные получению звания «Академический», и тогда же этот «Золотой Аполлон». Новое тысячелетие для «Алана» началось с присуждения премии в области искусств «Золотой Аполлон». Чтобы награду получили выдающиеся мастера регионов России, представители гармонического искусства, хореографии. Среди лауреатов 2000 года значится Государственный академический ансамбль танца «Алан». Прославленный дирижер Вероника Дударова вручила премию художественному руководителю и директору коллектива Лидии Цыбоевой, очень много сделавшей для получения этой высокой награды. Активная гастрольная деятельность ансамбля возобновилась с наступлением 2000-х. «Алан» отправился в масштабный турне по городам Китая и России. Первая декада нового века выдалась яркой и насыщенной для ансамбля. Как и в старые добрые времена, «Алану» рукоплескали на лучших концертных площадках Европы. Красота и изящество наших артистов пленяли зрителей Финляндии и Молдавии. Ансамбль должен концертировать, тем самым повышается уровень мастерства артистов. Независимо на какой площадке они работают, сама отдача должна быть полной.
В 2009 году Государственный академический ансамбль танца «Алан» стал лауреатом премии правительства Российской Федерации в области культуры. В августе 2012-го наш прославленный коллектив показал высокий уровень мастерства на Международном фестивале культур народов мира в Калининграде. А весной 2013 года «Алан» принял участие в традиционном фестивале-марафоне «Песни России», художественным руководителем которого является народная артистка России Надежда Бабкина. Сегодня в «Алане» талантливая молодежь. Я уверен, что они поднимут ансамбль к новым высотам. Государственный академический ансамбль танца «Алан» стал символом красоты и воплощением осетинского народа. Низкий поклон первопроходцам и тем, кто превратил ансамбль в легенду. Молодое поколение артистов чтит танцевальные традиции родного ансамбля и самозабвенно создает новые яркие главы в истории прославленного коллектива. Ансамбль станцует удивительный, потрясающий танец синт. Выдающийся балкарский поэт Кайсын Кулиев написал, что если бы осетины создали всего лишь один танец – синт, они были бы великими.